Доброе утро, малыш! Я приготовил для тебя подарок. Теперь тебя зовут... Так-то все нормально. Речь идет о классике. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life, and уже давно совсем не дети, зачарованы мы на спорт-пакете. Не надо никому предъявлять билетики, нормально едем. Нормально. Иногда мне даже кажется, что я самый вжаренный на свете. Чисто тормозни на сретеньке, походу тут соседи все. Еще на Кутузе я нормальный дом себе приметил. Не скрою, что бывает, жизнь кидает, не хватает междометий. А так-то чисто братская эстетика, чай, кутабы, калистетика. И так-то пока сам целый, надо детишек бы наделать. И желательно как можно больше. Еще ты накали мне две волыны кольщик. И чтоб они нормально трескали, чтоб земля была под чешками. Невинные жены с нами грешниками. Прости меня. Чего надо? А можете меня научить вот этому или нет? Проходи. На одной из старых дач за столом большим и шумным речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом. Пьяный по дворам нужно расстаться на, но на время, значит и надолго. Может на неделю, но точно не навсегда. Куда? Кто служить, то в институты. А потом привет, семья, и не минуты. Ну чтоб не распадаться нам, нужно баб поменьше слушать. Какой не пью, какие дела? Щуками сбор не откладывай никогда. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым. Я в школе первое место занял, у меня грамоты есть, медаль. О, медаль. Что такое, что ли? Но на время, значит ненадолго. Может на неделю, но точно не навсегда.
Маша, а ты не делала? А где он? Он мои вещи украл. Каким бы умным ни казался человек, каким бы славным ни давал он жизнь идеям, но все же в полном одиночестве вовек он был и будет шалуном и прохиндеем. Я пишу, схватил за плечи внука, запомни плут, что жизнь смешная штука, когда тебя беда, потоки не найдет, засмейся ты тогда, и все пройдет. О, вот теперь нормально будет. Это себя она теперь нормально выступила. А че, я первое место в школе, да? А ты показывай ему, как его есть надо. Давай, мы сейчас.